программе по поводу телепередачи о вашем отце. А в 17... Я думаю, мне хватит сил. Спасибо. Значит так, сейчас я зайду внутрь, выйду через 30... Кто из его дочерей, который первая создаст полноценную семью из 5 человек. Я не знаю, есть ли у вас судимости. Кстати, есть? Нет. Да. Полностью нет. Можно посмотреть на нашем телеграм-канале. Если нет судимости...